Молодежь станицы при содействии Дома культуры решила по-своему привлечь внимание к местному парку. Чтобы и дальше здесь собирались дети и молодежь, этому месту нужна серьезная реконструкция. Самые активные станичники сплотились вокруг этой идеи и призывают соседей не оставаться в стороне. Все откликнулись и пришли. Вы сегодня видели, сколько их было. Все дети хотят, чтобы наш парк жил, был красивым, самым лучшим и самым любимым. В акции приняли участие почти 500 человек. Сначала участники флешмоба танцевали, выполняя под музыку синхронные движения, а затем признались парку в любви, выстроившись в слова «Я люблю парк». Акция объединила жителей станицы, что называется, от мала до велика. Ну, я с удовольствием в нем поучаствовала, потому что мы с друзьями тут часто отдыхаем и занимаемся спортом. Это наше любимое место. Я хочу, чтобы здесь все-таки построили хороший парк с хорошей инфраструктурой, и чтобы здесь смогло отдыхать больше людей. Этот парк важен для молодежи станицы Анапской, потому что мы здесь живем, часто собираемся здесь, гуляем, и хочется, чтобы наш парк сохранялся всегда красивым и, возможно, в будущем был более усовершенствованный. Это просто необходимо сделать. Здесь надо его привести в порядок, здесь чтобы отдыхали семьями. Вот. Ну, это радость нашей всей станицы будет. Неужели наконец-то мы его приведем в порядок? Вот. Инфраструктуру полностью здесь сделаем. Ну, это нужно сделать, я считаю, нужно. Для того, чтобы этот проект воплотился в жизнь, особую активность жителям нужно проявить 18 марта. Именно в этот день 55 счетных комиссий будут принимать голоса от анапчан. За реализацию проекта своего парка жители станицы смогут проголосовать в здании местной администрации, Доме культуры в 12-й и 21-й школах. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа регион.